Короче, мы бумеранг снимаем на YouTube. В общем, сидим в F-ресторан. Курица, картошка. Прекрасная атмосфера. Это Ирка, кстати. Вот. Я вам про нее говорила, это Ирка. Ну и моя Наташа. И я. В общем, прекрасный вечер. Я что хочу сказать? Музыка играет фоном. Надеюсь, что не будет никакого нарушения авторских прав. F-ресторан, вы знаете где. Да? Ну, у меня не очень хорошая камера. Тут же такой полумрак. Он такой яркий, да. Но здесь полумрак. Здесь полумрак. В общем, здесь не дует. Все обтянуто пленкой. Ну, это F-ресторан. Че? А вот такое освещение. У нас... Я не знаю, что мы отмечаем. Наташа предложила. Девчонки, давайте выпьем пиво. Я думаю про себя. Да почему... Выглядит, в принципе, не так уж и плохо. Она так сверкает. А, там будет живая музыка. Да, слушай, такие номера хорошие. Номера хорошие. А как они, какая у них классная руководитель? Да. Классный руководитель, она и зауча. И видеоотчет постоянно сбрасывает. У вас, видимо, группа, да? Ну как группа, это же дети? Да, в WhatsApp. Да. Нет, что мы доехали, мы приехали, чем детей кормили. Вот это... А Наташа себе в Инстаграм дублирует фотоотчеты, да. Видеоотчеты. Ну, действительно, она так-то... Милана снимает. Вот именно. А, Милана первый раз одна поехала без мамы. С ночевкой. С ночевкой. Да. У меня куриные крылышки. И картошка. Я сегодня ночью даже толком не ела. Нет,
вместе. А Иринка домой пошла. Она устала после работы. Кого с нами там чуть-чуть посидела, чуть-чуть перекусила, выпила одну бутылочку, а я уже две. Я две. Она с ноутбуком, с колготками из Пенти. Давайте, девочки. Пока. А мы завтра идем? А мы завтра идем на ярмарку, на рождественскую. Пока. Пока. Ой, надо же, подружки, я не буду вставать. Давай, пока. Конечно. Да, у них, кстати, у девочек в один день день рождения. Скорпион рулит. Скорпион, самый ужасный знак. Ага, вот так вот. Поняла? Да. Ну, самый ужасный знак. Ну, да, ж, прекрасно. Я согласна. Ты понимаешь, да? Не, я согласна. Ты можешь довести любого. Любого! С полоборота. Я даже была свидетелем этого не раз. Короче, вот здесь стоит печка, а вот здесь кастрюля. И здесь варится глинтвейн. Не знаю, сейчас, наверное, они отключили ее. Вот там живая музыка сейчас, перерыв. Пела. Ну, это тут Наташина платье, сумочка. Моя сумка вот здесь. Это висит. Вообще, ты видела это платье? Я... Наташа купила очень сексуальное платье. Она так радуется сидит. Я не думала, что я в нем пойду на Новый год. Ну, зачем ты его купила? Для кого ты его будешь носить? Ну, есть люди, да? Нет, просто я думала. Почему? Может быть... Конечно, носи. Тебе оно очень идет. Ну, естественно, оно не на каждый день. Естественно. Надо отключаться, музыка играет. Нарушение авторских прав. Нафига оно надо? Все. Чао, крошки. А я хочу показать атмосферу заведения. Здесь так темно, и живая музыка. Здесь камин, такая труба. Тут бокалы висят, прикиньте. Класс, да? О, Чингиз, привет. Привет. Чингиз, конечно же, здесь. О. Елочка украшена, такая малютка. Живая музыка здесь классная. Барабанщики. Как без флага, да? Телефон не успевает сфокусироваться. Я понял, давай я вам джабу.
Свет включили. Так хорошо видно стало. Обалденно. Девчонки вон там сидят. Музыка. Класс, да?